Вечером здесь будут показывать кино. Вот здесь вот будут проецировать. В Пушкинском сквере, по-моему, ничего не происходит. Пока здесь народ в теньке отдыхает после просмотра парада. Интересно, в сквере имени Невельского что-то происходит, нет? В прошлом году там были мероприятия. Что-то тихо. Нет, в этом году в сквере Невельского ничего не происходит. У штаба пограничных войск цветут тюльпаны. Вот у нас переход у нас на ту сторону. Вон там впереди. Что, ребенок потерялся, что ли, там ревет? Oh.
Нет, что-то кажется в сквере, в Пушкинском сквере, кажется, ничего не происходит. Переходим, переходим. Нет, в Пушкинском сквере ничего не происходит. Прогуляемся до Театрального сквера, до Адмиральского сквера. Люди культурно отдыхают. Здесь какой-то оркестр будет выступать. Надо. Выступал оркестр или будет выступать.
В Адмиральском сквере для ветеранов проходит мероприятие. Или уже всех пускают? Пройдем. Я тут не могу, где сдачка.
народный ансамбль танца «Вихрь». Под ваши аплодисменты! Дружные аплодисменты нашим замечательным артистам. Вечный огонь. Александровский сад. Вечная память героям. Кто же он был? Неизвестный солдат, чтимый великой страной. Может, он был еще юный курсант или простой ополченец? Может, убит потому, что не встал перед врагом на колени? Может, в атаку он шел в полный рост, пуля в излете достала? Или он был неизвестный матрос, тот, что погиб у штурвала? Может, был летчик, а может, танкист? Это сегодня не важно. Мы никогда не прочтем этот лист, тот треугольник бумажный. Вечный огонь. Александровский сад, памятник тысячам жизней. Вечный огонь – это память солдат, честно служивших отчизне. На сцене академический хор Приморского краевого колледжа искусств, художественный руководитель и дирижер, заслуженный работник культуры Российской Федерации Татьяна Лупач. Концертмейстер, лауреат международных конкурсов Екатерина Рогозина. Встречайте дружными, бурными аплодисментами!
52 секунды. Итак, у нас следующий взрослый участник. Как тебя зовут? Дима. Димка, тебе сколько лет? Больше 20. Это да. Больше 20. Уже? Yeah.